Наступающий Новый год – праздник, конечно, для всех. Во многих семьях для своих детей приготовили подарки, сюрпризы и сладкие угощения. У кого-то в этот Новый год исполнится загаданные желания. Однако не стоит забывать и о других. Есть дети, которых не приглашают на елку. Нет, у них есть родители. У них есть родители, но они или в силу своего финансового положения не способны подарить детям праздник, или в силу того, что они беспробудно пьют и ведут аморальный образ жизни, забывая о своих детях. Вот об этих детях не забывают сотрудники по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, милиционеры. Для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей устроили настоящий новогодний праздник. На призыв собрать подарки для таких детей откликнулись многие частные предприниматели, крупные предприятия, Брянская епархия. Помимо вкусностей и полезных книг, каждой семье подарили настоящие елки. Не каждый день можно увидеть милиционера рядом с Дедом Морозом. Однако в этот день они вместе поздравляли детей. Если будешь так же в этом году вести себя, придем и в следующем к тебе поздравлять. Понял? Смотри, слушайся маму. Бабушка хорошая, вот смотри, у тебя какая. Несомненно, такой предновогодний визит стал для этих семей сюрпризом. И подарки, и то внимание, которое подарили милиционеры, стало примером первоклассной работы стражей порядка. Ну а для милиционеров лучшим подарком в наступающем году было бы снижение оперативных вызовов в неблагополучные семьи. Игорь Мерчук, Игорь Сусло, события, Брянск.